Тобто, я ще раз вітаю всіх учасників. Дуже дякую Володимиру, те, що він погодився з нами порозмовляти. Дуже дякую учасникам з Умані, нашим колегам, яких ми раді вже бачити котрий раз. І дуже, дуже рада бачити своїх колег і наших студентів. У нас так багато, це просто надихає на, там, знаю, на навчання, на що-небудь інше. Да? Я коротко розповім, про що сьогодні зустріч. Власне, Володимир є психоаналітиком, і він дуже багато років брав участь у всіляких акціях протесту у Росії, у Білорусі. Останнім часом був у Вірменії, зараз проживає у Литві і вивчає литовську мову. Тому побажаємо його успіхів в цьому нелегкій справі, так? І я просила його розповісти про те, ну, що то є взагалі, ну, що то є то суспільство зараз, так, російське суспільство зараз, тому що ми всі перебуваємо у стані війни, дуже дивної війни такої, ну, певно, що очікуваної, да, вже 8 років вона тягнеться, але так масштабно, то було досить несподівано. Як ця війна, ну, відобразилась на російському суспільстві також, як там відчувають себе люди, які проти цієї війни, да, що вони можуть зробити, що вони роблять, хто мовчить, хто не мовчить. Ну, скажімо так, да? Яким було враження, наприклад, після того, як переїхав після Росії до Вірменії, да? Яким є враження від Литви? Ну, я думаю, що якщо буде додаткове питання, то для всіх учасників, то просто ми пишіть у чат, да? Або пишіть мені особисто, от, і ми спробуємо якось це вже більше таку, ну, півгодини десь Володимир буде говорити, а далі ми спробуємо так більше відповіді, запитання, так більше налаштувати нашу зустріч. Тобто, слово надається Володимирові. Прошу. Ну, знаете, если говорить о состоянии нынешнего российского общества, оно очень плачевно. И, конечно, это не результат какого-то, знаете, каких-то статичных условий, которые были всегда и вот будут через там 100, 200, 300 лет. Нет, это длительный процесс, я думаю, к которому пришло российское общество. И, наверное, тут нужно и советский период подразумевать и включить его в, знаете, как составную часть этого процесса, как этап этого процесса рассматривать. Но, конечно, эпоха Путина здесь является, наверное, основной, определяющей. Вы сказали, что вот я много лет уже участвую в протестном движении. Ну, да, наверное, это так. Я, знаете, наверное, чуть-чуть подробнее расскажу. Последние годы, наверное, я не могу себя назвать политическим активистом. То есть последние годы я сосредоточился на своем профессиональном развитии. То есть я занимаюсь психоаналитической психотерапией. И немного, так знаете, дистанцировался, собственно, от политических событий. Но, собственно, в акциях протеста я принимаю участие, наверное, с первой половины, ну, России, то, что касается России. И я принимал участие в акциях протеста еще против Второй Чеченской войны. И вы знаете, наверное, те процессы, свидетелем которых я стал, они говорят о том, что российское общество переходило постепенно из состояния какой-то апатии, из состояния сна, к тому, что, собственно, произошло сейчас, когда, ну, наверное, большая часть российского общества вообще не понимает, что происходит, и как-то бесконтрольно, нерефлексивно доверяет официальным средствам массовой информации. Вот я довольно часто слышу от своих украинских друзей, что люди в России одобряют курс власти. И отчасти это так. Действительно, много людей, особенно сейчас, которые, как говорят в оппозиционных российских кругах, заданулись, то есть поддерживают войну, верят всем единым фейкам, доверяют всем сообщениям, которые исходят из властных СМИ. Но мне кажется, что проблема российского общества не в этом, а в том, что люди, в принципе, основная часть людей аполитична. То есть люди в России в какой-то момент, это постепенно произошло, повторюсь, это произошло не в одночасье, но в какой-то
какой-то момент вообще пережили какой-то распад социальных связей, перестали мыслить политически вообще. И здесь большой контраст, например, с той же Украиной, где всегда довольно высокая была политизация, или, например, с той же Арменией. Вот я где-то месяц я прожил сейчас в Армении, где мне делали гуманитарную визу в Евросоюз, для Евросоюза. И вы знаете, в Армении люди включены в политический процесс. Это на всех уровнях общества проявляется. То есть куда бы ты ни пошел, ты сталкиваешься с тем, что люди обсуждают политику правительства, телодвижения, которые совершает оппозиция, перспективу войны, экономического кризиса и события в России. То есть как это может быть смешно или грустно, возможно, это прозвучит, но в Армении все понимают, что ситуация в Армении зависит от того, что происходит в России. То есть мало того, что экономика Армении почти полностью буквально колонизирована российским олигархатом, в частности Алишером Усмановым и его корпоративным аппаратом, так еще, помимо этого, собственно, на Армении тут же сказываются все экономические пертурбации, которые происходят в России. То есть в России сейчас растут цены на продукты питания, одежду, коммунальные платежи подорожали, абсолютно все подорожало, топливо, отопление, абсолютно все. И это сказывается на сопредельных странах, которые просто находятся в колониальной, даже не неоколониальной, а буквально колониальной зависимости от России. И в Армении это все обсуждают. То есть, я не знаю, можно пойти в магазин, купить хлеба, молока и просто встретить в дискуссию в очереди или пообщаться с продавцом, и люди будут жаловаться на или критиковать происходящее, и в том числе в контексте отношений с Россией. А в России, если пойти в магазин, то люди будут просто молчать или обсуждать какие-то дежурные свои жизненные проблемы, такие, знаете, отвлеченно, абстрактно бытовые. Или уже будут говорить, что что-то плохое происходит, действительно, надо приготовиться, наверное, сейчас будет тяжело и так далее, и так далее. И вы знаете, наверное, это произошло не сразу. Наверное, опять же, повторюсь, надо вести счет от эпохи позднего сталинизма, эпохи, наверное, сталинизма. То есть в России происходило чего не было в Украине. Это события 1933 года, когда был уничтожен первый, наверное, единственный независимый парламент Совете, просто расстреляны, просто уничтожены. Так, меня удалили из конференции или что-то такое произошло. То просто, получается, задваивается почему-то звук, и там он не идет. Ну, короче, немножко шумит звук из-за этого. Просто я оттуда убрала, и вы идете через Телеграм сейчас с нами. Да, то есть в 93-м году произошел первый такой жесткий репрессивный акт, когда люди все увидели, что власть, собственно, духовная власть страны может буквально наматывать кишки на гусеницы людей, на гусеницы танков, кишки людей на гусеницы танков, стрелять боевыми патронами и так далее, и так далее. Но это же основное в том, что эта власть, которая идеи демократии, она выступала вот идеей демократии, и это был, знаете, своего рода вот такой байн, двойное послание про Гэри Бейтса, но я бы хотел послать к работам известного психиатра. Такое, знаете, ситуация, когда субъект вообще не понимает, что ему делать, и не понимает вообще суть происходящего. Гэри Бейтс говорил, что таким образом, в частности, динамика психического психоза, я, наверное, не стал бы это так фиксировать на
коллективные структуры, но нечто подобное, наверное, произошло в России. То есть в России очень постепенно, с середины 90-х, формировалась такая отстраненность от всего, что происходит в общественном поле. И я думаю, что это во многом сделало, возможно, нынешнюю ситуацию, когда российская власть ведет захватническую войну, а большинство людей говорят, что-то происходит, наши ребята где-то воюют, но они всегда где-то воюют, то в Афганистане, то в Чечне, еще где-то. Конечно, это тоже ощутимый вклад имперская психология, такая типичная здесь делает. Но все-таки, я думаю, основная причина – это именно вот это некое политическое безволие, отсутствие мотивации к политическому мышлению и политическим поступкам. Опять же, если, например, говорить о таких тоже постсоветских странах, если говорить о Литве, то, опять же, здесь ситуация противоположная. То есть здесь люди включены в локальные комьюнити, в сообщества, в какие-то структуры, так или иначе связанные с происходящим социумом в целом. В России происходит распад всего, что с этим связано. Если говорить о моем опыте, то в конце нулевых, начале десятых я был активистом независимого профсоюза, я был профсоюзным органайзером профсоюза, межрегионального профсоюза работников автопрома. Я не был рабочим профсоюзом, я всегда очень сочетал движению. И в какой-то момент стало сравнительным многочисленным, то есть больше политическим участникам, но постепенно но эти социальные связи разрушались и исходили на нет. И к 2015 году, когда официально объявили экстремистской структурой и запретили, осталось критической массы людей, которые могли бы менять ситуацию о ситуации в стране в целом. Так что, вы знаете, немного резюмируя, я бы хотел сказать, что общество, общество в России – это печальное следствие попыток тангированной общинности, которая развивалась с начала 90-х, в итоге вылилась. Конечно, неправильно все общество, все российское общество, все население в смысле каком-то понятии поголовно есть и Путина. Но явление, которое уже стало угрозой. Если говорить о том, вокруг меня всегда были люди, которые принимали участие в акциях протеста, и которые очень подъездили с политическими еще в 2012 году, после известных на Болотной в Москве. И многие люди получили сроки, многие люди были осуждены. Меня судили два раза в 2011 году, в 2012 году, да, неповиновение полиции, как это формулируется в России. Вот, собственно, когда началась война 24 числа, я сразу же вышел на акцию протеста, и это было в городе Санкт-Петербурге, и тысячи людей сразу же вышли, не раздумывая, не дожидаясь чего-то, знаете, призыва или какого-то веления некой структуры. Но все равно мы говорим о тысячах людей, а в России живут десятки миллионов людей, то есть сколько сейчас, я уже не помню, 150 миллионов людей населения или 160, то есть 140, я уже точно не помню, извините, но речь идет о стране и речь идет об огромном количестве
И для России даже десятки, даже сотни тысяч человек – это мало. Очень мало. Вот когда я обсуждал происходящее с моими армянскими товарищами, которые принимали активное участие в демократической политике 2018 года в Ереване, они говорили: ну, Володь, все очень просто, надо выйти на улицу и не уходить. Ну, выйти по улицу и не выходить. И, друзья, выйти на улицу и не выходить, и не уходить. Мы так делали много раз, и мы не боимся репрессий, я не знаю, угроза своего здоровья, жизни и так далее. Но что будет, если, например, в Петербурге на улице выйдет 2000 человек и не будет выходить? Ну, и через какое-то время просто разгон, это с токсичным газом, шокерами, уволокут в полицию и так далее. Ну, они простоят несколько часов. В лучшем случае, будут драться с полицией, это будет частично успешно, частично безуспешно. Вот очень часто можно услышать, что вот, например, в других странах бросают коктейль Молотова в полицию или какие-то насильственные действия, это принимают в России насильственные действия против полиции, страны протестов предпринимают много жителям, просто десятки раз или сотни. Люди били полицию, бросали бы коктейли в автозал. Это не было... Последний Майдан в 2013-2014 годах в Украине. Примерно этот процесс. Но не становится массовым. Я говорю о Российской Федерации сейчас. Все эти группы, мы, надо признать, мы оставались просто кучкой маргиналов. А, собственно, так и рассматривали. То есть очень многие люди, и очень многие мы образованные, мыслящие люди, прекрасные, честные люди, человечески говорили: да, вы отстаиваете правильные, вы молодцы, вы классные ребята, вы учащаете. Ну, например, я говорю о своих друзьях, знакомым, да, среднестатистическом, но я не готов выходить на митинг и драться с ментами. Я там, у меня ипотека, у меня семья, у меня деньги. Собственно, все эти доводы мы услышали, то есть мы, то есть участники российского протестного движения, мы услышали в конце февраля, когда началась война. То есть, ну как же я выйду, у меня же такая ответственность, нет, ну меня же побьют, и так далее, и так далее. Вот я был так к началу своей речи, это даже назвать это страхом, это просто отстраненность от происходящего в обществе в целом. То есть понимают, что, ну, как об этом много расписали в соцсетях, что атомная война страшнее любых атазаков, любых не мыслят политически. То есть в обществе для россиян, это, знаете, такое, люди не проводят следственную связь между тем, что происходит, своими поступками. Ну и, конечно, на собственно имперская, агрессивная, человеконенавистническая пропаганда очень, очень просто вождю или линии партии для того, чтобы нести ответ происходящему в обществе, в стране,
обычной жизни. Конечно, какое-то довольно внушительное в России с началом войны действительно поддались вот этому социальному вектору. И вот в одночасье буквально фашисты стали поддерживать эту, собственно, линию Кремля, линию Путина, линию путинизма, наверное. Я сделаю небольшую оговорку. Конечно, в постсоветских странах и в России тоже модно, принято все сводить к фигуре Путина. Но, и, конечно, это правильно, безусловно. То есть Путин – это такая очень печальная веха, это, если не сказать, наверное, страшная веха в истории и России, и, к сожалению, близлежащих к России стран. Но все-таки, наверное, аппарат, если мы говорим об ответственности за происходящее, если мы говорим о причинно-следственной структуре происходящего, то, конечно, действует большой аппарат людей, то есть генералитет, олигархи, политические функционеры, политические спикеры. И одна, собственно, банда, это одна машина, да, и ответственность несут эти люди. То есть те, кто принимает решение о бомбовых ударах, те, кто дает деньги на производство танков Т-72, те, кто по телевизору отказывает о том, что вот нам необходимо вести войну до последнего, до победного финала, иначе вот американцы придут нас и захватят, и так далее, и так далее. То есть все эти люди несут ответственность за происходящее, все эти люди принимают решения. Это культура и говорит о том, что вот Путин тянет за весь этот театр изменений, это, конечно, подпиточно. Ну и тем более, все-таки я очень надеюсь, что в перспективе подходящего хочется верить, да, я надеюсь, что войну Россия уже проиграла. К сожалению, видно то, что они решили пойти на полную игру. Но здесь я, конечно, согласен с аналитиками и западными экспертами. Очень долго вести экономическую войну фактически со всем остальным миром Россия не сможет. Так или иначе, собственно, этот проект ожидает, я имею в виду, проект экспансии. Именно это произойдет, и как долго российская экономика сможет провисеть на деньгах, которые они откладывали все эти годы в Фонде национального благосостояния, деньгами которого они сейчас пытаются подпирать шатающуюся или стремительно падающую даже российскую экономику. Когда это произойдет? Но очевидно, это когда-то произойдет. Не за горами день. Вопрос, какой ценой все это, чему будет стоить в гуманитарном плане Украине в первую очередь и, наверное, всем остальным странам, и Балтийским странам, и за Кавказью, и Казахстану, и, к огромному сожалению, всем странам, которые так или иначе находятся в зоне имперского экономического и политического влияния России. Ну, здесь, наверное, отдельно стоит упомянуть и режим Лукашенко. Вот понятно, что без режима Лукашенко интервенция, полномасштабная интервенция в Украину была бы невозможна. И, вы знаете, я обсуждал это с моими друзьями. Вот у меня есть прекрасный друг Володя Арцюх, он из украинского школы, он социолог, он живет в Европе, ну, о чем Украина, и мы с ним обсуждали, я говорю, слушай, наверное, если бы в 2000 году победила условная Тихановская, я имею в виду все протесты, то, наверное, все-таки нападение на Украину было бы. На что он мне ответил,
Ты знаешь, если мы победили Хабаровское, то, наверное, перебор фашистов на территорию Чернобыльской уже колониальная администрация. Вот, наверное, это действительно, но, по крайней мере, сейчас Лукашенко покупает оккупантам российской агрессии и руководит он исключительно к сохранению и укреплению республики. Я думаю, это очень важный такой, знаете, теоретический момент, вообще причины, входящие, почему сейчас происходит. И когда критики прошлого, Маркс, Дюргей, Фенстер и другие анализировали причины войны и конфликтов, масштабных социальных конфликтов, обычно говорили о каких-то, знаете, так называемых объективных причинах, то есть о социальных, экономических, структурных моментах, которые обуславливают эту вещь. Вот. А сейчас Путин, его окружение, вот, озерный клан, да, вот, простите, вспомнил, как это в журналистике протестуется, кооператив «Озеро», да, в Ленинградской области кооператива, которого сформировались приближенные из команды Анатолия Собчака, которые вот сейчас вот они фактически стоят у власти в России, как иронично называли, называют кооператив «Озеро», иногда их так их описывали в журналистике в России. Так вот, эти люди выстрелили себе в ногу. Что они сделали своей атакой на Украину? Они просто выстрелили в себя, даже не в ногу, во всей части тела. То есть фактически они поставили себя на край небытия, просто на край пропасти. Но они пошли на это. Они пошли. Можно ли говорить, что и Лукашенко, и Путин какие-то экономические интересы, когда вот этот кошмар, да, что они отстаивают какие-то материальные потребности, хотят, например, больше денег, предположим, или хотят пошли в зоны своего влияния. Нет, похоже, что, знаете, вы марксист, например, там смертное вещи. Ну, я близок к нему, я вам скажу, да, есть левый взгляд, левый-демократический, скажем так. Марксистский взгляд на вещи всегда будет и, собственно, до сих пор придерживаться этого взгляда, но можем ли мы говорить о том, что экономическая мотивация или нечто подобное? Поэтому, сожалению, наверное, нет. Почему? К сожалению, потому что это очень непредсказуемо в такой форме. К большому сожалению, наверное, надо признать, что эти люди, которые у власти в России, и которые сейчас страны вроде Беларуси пытаются ими манипулировать, эти люди сейчас исключительно какой-то активной жажды власти. То есть это в буквальном виде психология самца или психология, куда, знаете, таких вот глубоко доэтичных, политических еще отношений. Если бы читали книгу Энтони Бёрджесса «Заводной апельсин» или смотрели трактовку, Энтони Кубрика, вы, наверное, помните, как главный персонаж этой книги, этого фильма утверждал свою власть в поднесении подобных. То есть он просто избивал, резал бритвой, выбрасывал в реку своих друзей, которые посмели выказать неповиновение. Вот, наверное, примерно так же ведет себя и коллективный Путин, и Кремль. То есть все дело в какой-то конструктивной ставке на власть. И, прежде всего, в случае с Лукашенко речь идет о похожей психологии. То есть человек хочет сохранить свою личную власть любым путем.
чего бы это ни стоило, чьих бы жизни это ни стоило. В частности, люди готовы рисковать и своими капиталами, и, конечно же, своим положением тоже. Так, а что-то опять со связью или... Нет, теперь уже лучше. Связь просто... Звук периодически пропадает страшно, на самом деле. Это такого да, я... Да, такого давно. Ну, что-то фантастическое. У нас есть просто вже певні питання, які вам вже задають. Перше питання досить легке. Какими были ваши ожидания и надежды во время участия в протестах? И были ли какие-то надежды? Вы знаете, наверное, с конца надо ответить. Надежд особых не было. И вообще в первый день, 24 февраля, когда мне написал мой друг из Киева, Володя, нас бомбят Иванов пост, бомбят Харьков, у меня были самые депрессивные настроения, то есть, наверное, поклоннические, упаднические, то есть думал, что Украину захватят за пару дней. К счастью, к огромному эффекту, что произошло. Но, тем не менее, вы знаете, все равно был вот некий шанс, какая-то мысль о каком-то минимальном шансе, что какие-то все-таки возможны, массовизация протеста все-таки возможна. То есть это, знаете, один шанс из миллиона. Но нужно попытаться, нужно попробовать. Наверное, была, знаете, не надежда, а смутная интуиция, мысль об одном шансе из миллиона, что вот нужно попробовать сделать это. Вот, и, конечно, подобная мысль мотивировала и остальных участников. То есть здесь есть человеческий фактор, то есть невозможно сидеть дома, как такие вещи происходят. То есть как это теплее и там пьем кофе, не знаю, коньяк, играем в видеоигры, а вот где-то на людей так бомбы и так далее. Здесь какая-то этика, в том числе как будто это что-то есть. И вы знаете, я до сих пор не оставляю надежды на то, что революционный взрыв, скажем так, в России возможен. Вот сейчас практически надежда, но с другой стороны, традиция, какая-то культура протеста, язык протеста, и нужно подвести этот огонь на дискурсивном, просто идейном уровне, передать его другим. Этот язык, этот импульс, и я думаю, что даже если наш протест не сработал 24, 25, 26, 27 февраля, вот и не работает до сих пор, хотя люди продолжают выходить и бросают коктейли в автозаки и так далее, все равно вот этой традиции происходило, не только в прошлые годы, другие годы, оно происходило. Это, наверное, можно сравнить с процессом, который происходил в Российской империи в конце 19 века. Помните, как говорил Владимир Ленин, что декабристы Герцена разбудил народовольцев и так далее. Это так немного поэтизировано вообще-то звучит, и в действительности все гораздо простее. И, наверное, действительно, это не так. Что в этом есть? Наверное, действительно какой-то революционный путь пронести нужно. И в том числе на личном примере, и в том числе с помощью каких-то, не знаю, жестов, высказываний, которые делали мы, которые продолжать делать. У нас еще есть 4 питания. Перше питание. Як нам зберегти, як нам, да? Зберегти психічне здоров'я
бо росіяни назавжди залишаться ворогами, і хочеться побудувати високу стіну метрів так з 20 з крокодилами та рвом. Крокодили не допоможуть, якщо що. Крокодилів перестріляють. Mm-hmm. Да? І замінірувати, зробити ПВО по всій границі і більше ніколи не зробити ПВО по всій границі і більше ніколи не слухати русських. Ну, это насправді це дуже популярна позиція, що просто забронюватися, закритися, щоб взагалі ви там сидіть за своїми залізними стінами і не чіпаєте нас. Як, ну, як, скажімо, зберегти взагалі, чи варто воно взагалі, я не знаю, що росіяни взагалі то є люди, да? Бо для багатьох то вони перестали бути людьми після того, що було в Україні. То есть, о чем вопрос, как психическое здоровье сохранить или как стену я в такий построить? Так, стену то побудуємо, то не є проблема. Це технічне питання. Але як, насправді, зберегти той психологічний спокій, да, і ставлення як до людей? Що може бути таким, за що може зачепитися? Бо те, що тут коїлося і коїться зараз на окупованих територіях, то не людське злочин, фактично. Ой, к сожалению, очень плохо слышно, но попробую, наверное, не ответить, даже прокомментировать. Ну, насчет психического здоровья, к сожалению, надо признать, что происходят такие вещи, и не только сейчас, а вообще просто в жизни людей и на протяжении истории человечества, когда психическое здоровье, так называемое, сохранить очень сложно. То есть то, что происходит сейчас в Украине, то, что происходит, наверное, в мире, да, ну, особенно в Украине, конечно же, это колоссальная травма. И во многом, конечно, этот опыт надо, видимо, придется прожить. Желание построить стену с Россией абсолютно понятное. И в каком-то смысле, знаете, я разделяю это желание. То есть я надеюсь, что Украина сможет дистанцироваться, максимально дистанцироваться от России в каком-то, знаете, социально-ментальном ключе. Потому что те процессы, которые сейчас происходят в России, они глубоко значительные. Вот. Понятно, что в этом есть, наверное, в этом желании и просто республики защитить. Сложно сказать, как именно можно будет защитить от агрессии или даже влияния России, наверное, от какой-то социологический или какой-то конкретно политический вопрос. Вот, возвращаясь к психическому здоровью, я думаю, что, к сожалению, какой-то травматический опыт нужно просто прожить. Вот ко мне часто обращаются люди, которые, вы знаете, переживают катастрофическую жизнь, жизни, то есть смерть родственника, утрату чего-то жизненно важного в своей жизни. И вот практической работы этим людям становится легче. Но в то же самое время здесь нет никакого, знаете, обезболивающего психологического, которое поможет бы просто принять таблетку, там, уколоться, там, что-то понюхать, покурить, и станет легче. Не, ну, к сожалению, не станет. Ну, практически опыт приходится проживать. Что очень важно в этом аспекте, наверное, вот, знаете, очень метафорически выражаясь, не сходить с ума, то есть отдавать себе отчет. Сходящим. То есть, как говорит психоаналитик Виктор Ильич Мазин, оставаться просто страдающим человеком, а не страдающим человеком. То есть, отдавать себе отчет происходящим, что да, я переживаю ужас, и то, что происходит, это страшнейшая трагедия, и это ужасная травма. И это происходит потому-то и потому-то, и это имеет определенный эффект на меня, на мою психику. Если это в индивидуальном субъекте, происходящем с индивидуальным субъектом. Потому что если не отдавать себе отчет происходящим, если просто отрицать этот травматический опыт, то он вернется в любом случае, но он вернется в виде, знаете, как Мишель Фуко говорит, в виде безумия. То есть он так или иначе его прогонишь, дверь залезет в окно прогонишь, еще как-нибудь на этом пути. То есть, наверное, можно один, то есть, наверное, к этому
максимальное участие и создание происходящего. И как это не тяжело, как это не больно, но, наверное, при принятии того, что происходит какой-то предельный ужас, он происходит. И, к большому сожалению, иногда это принять к сведению. Да? Не говорить, что все замечательно, все круто, все напряжено, все великолепно. Наверное, это даже не рецепт сохранения психического патологии, это, наверное, способ не откатиться в какой-то распад окончательно. То есть принять реальность происходящего, да, на реальность. Вот, ну и, конечно, да, начнет построение с Россией. Вы знаете, я даже не знаю, наверное, это даже рационально, повторюсь, во многом может быть это рациональное желание, то есть оно немного в такой, может быть, утрированной форме, да, но представить какую-то гигантскую стену между Украиной и Россией. Ну, наверное, нет, это бессмысленно. Это какую-то социальную политическую стену или ментальную стену, наверное, тоже возвести будет не бесполезно. Добре, наступне питання, дякую. Наступне питання то є, як ви думаєте, яким образом в Росії взагалі може змінитися власть? Возможна ли революція взагалі? Ой, да, к сожалению, плохо слышно. Возможна ли революція в Росії? Да, і зміна власті радикальна. Да, знаете, все возможно. Конечно, возможно все, что угодно, но лично у меня сейчас самые такие депрессивные ожидания. Я не думаю, что революционные перемены произойдут в ближайшем будущем. Я думаю, что российское общество будет продолжать прозябать в том апатичном, безвольном, фактически астеничном состоянии, о котором я говорил, извините за избыток медицинской лексики, я думаю, что в ближайшее время какие-то революционные перемены не произойдут. Лично мое ожидание, я думаю, что будет банкротство экономики или нечто подобное, и Россия перестанет существовать как государство, то есть как Российская Федерация, я думаю, нечто подобное произойдет. То есть российская валюта просто обесценится в нули, то есть евро будет стоить там 50 тысяч рублей. Вот, соответственно, всяким наемникам и всяким кадыровцам и функционерам будет уже нечем платить. Произойдет дезинтеграция, уже сепаратизма, в первую очередь на Северном Кавказе. То есть как только пошатнется власть в Кремле, простые чеченцы тут же возьмут за автоматы, все за ними обязательно активизируются Дагестан, потом остальные мусульманские страны, Башкирия, Татарстан, Дальний Восток не понимает года, восточники не понимают, что они делают в одной стране, в стране, где стабильность в другом полушарии. Вот, и, соответственно, последние годы взрывообразные просто национального самосознания в восточном мире. Я думаю, что, скорее всего, будет после чего уже можно будет говорить о каких-то позитивных, прогрессивных, революционных преобразованиях, каких-то положительных, здоровых тенденциях на территории уже бывшей Российской Федерации, на этой огромной территории, на которой, видимо, будут какие-то разные образования, структуры. Я думаю, что это процесс, который займет 10 лет. То есть, если резюмировать, я думаю, что путинский режим пойдет от этого революционного нахуя или революционной вспышки, то есть будет свергнут. Было бы очень круто, если бы так было. Наверное, бы это помогло спасти, если можно так выразить, от гражданской войны. Я думаю, что тот сценарий, который я описал, он разумевает гражданскую войну непременно. И не факт, что эта гражданская война принесет что-то хорошее
соседним странам. Хотя, конечно, слава Богу, дай Бог, агрессия в Украине прекратится. Атака на Украину прекратится, конечно, это будет, наверное, самым главным достижением подобного вектора событий. Но в остальном, конечно, могут быть последствия, могут быть самые ужасные. В том числе это связано с огромным количеством атомного оружия, которым напичкана Российская Федерация, в чьи руки оно попадет и кто станет мишенью этого ядерного, какие будут последствия для экологии Евразии, всего региона, всей планеты и так далее, сложно судить. Вот и вкратце, я примерно так точно, конечно, и я безусловно надеюсь, что в Турции Россия встанет от сна, но эти мои надежды, они, знаете, такие квазирелигиозные. Умом я понимаю, что в ближайшее время какой-то массовизации протестного антипутинского движения в России не будет. Окей, і то ще одне питання. Чи не здається вам, що аполітичність росіян – це просто небажання брати на себе відповідальність? Бо так легше. Всі росіяни несуть відповідальність за те, що зараз робить Росія з Україною. Так, я думаю, что это одно и то же, нежелание брать на себя ответственность и пассивность. Это, вы знаете, один какой-то комплекс, такой, знаете, социополитический комплекс или социополитико-ментальный комплекс. И, конечно, очень удобно не брать на себя ответственность и просто жить, и, как сказать, существовать как биологический организм. И, так сказать, в этом есть что-то, знаете, такое эмбриональное, да, если апеллировать к психоаналитическому пониманию вещей. Да, конечно, это некий комфорт такой определенный. Но если говорить о какой-то причинно-следственной структуре всего этого, то я думаю, что, конечно, дело заключается в крупном комплексе причин, то есть я имею в виду, господи, ну давайте вернемся к истории вообще России, что происходило в России на протяжении последних веков, наверное, к этому обратимся, чтобы очень понимать происходящее. То есть существовала очень ретроградная феодальная империя. Потом произошла попытка модернизации, то есть я говорю о февральской октябрьской революции, практически эту империю во многом демонтировала. Эта революция набрала в себя какие-то европейские представления. Но тут же произошел реванш империи. Причем реванш империи под революционными знаменами, под революционными слоганами. Потом произошла ужасный эпизод Второй мировой войны, кошмарный совершенно, который затронул огромную массу населения Советского Союза. Вот, и это очень-очень ужасная противоречивая ситуация. На протяжении десятков лет обещал, что все независимое, свободное, вообще на творчество, что процентно вытащено, выжжено и сложно. Опять происходит революционная вспышка. Причем революционная вспышка, это, знаете, знамена демократии, свободы, которые во многом традиции 1917 года, но это было перестройки, настроения той эпохи. Наверное, ребята помоложе просто не помнят, в конце 80-х это очень модная ситуация на Ленина, там портрет Ленина, как изображать в разных видах, что вот мы возвращаемся к ленинскому наследию и так далее. И опять происходит процесс интересности империи. Но надо признать, что в итоге произошла такая дикого капитализма,
И я напомню, просто сегодня в нашей своей речи в России просто дикого капитализма совпало с тем, что фактически были уничтожены зачатки какой-то политической самоорганизации и парламентской демократии. То есть в итоге люди стали жить хуже, и авторитаризм вернулся. И вот это постоянное замещение, когда как-то сделать лучше, а в итоге получается хуже, наверное, и привело в России, конкретно в России, в Украине, в Армении, в Латвии, в другие процессы, их наоборот, разумеется. Но в России это происходило, да. Наверное, формирование такой, знаете, ситуация отсутствия, когда человек даже не хочет брать на себя ответственность, а когда само представление об ответственности исключено из какого-то социального поля. То есть у него просто нет. А какой ответственности мы должны идти? Вот люди просто в капханате, где все решает вертикально, да, становится хуже и хуже, всегда хуже, всегда было так, что становилось хуже. То есть это какая-то ситуация, когда, знаете, как просто закрыто одной комнаты, и просто привыкают к этому постепенно с годами. Вот, наверное, примерно так. Хотя я согласен с тем, что, конечно, это, конечно, вторичная выгода, какой-то комфорт такой определенный, что да, я не буду брать на себя ответственность и не буду выходить из зоны комфорта своего очень условного, да, такого. Вот. А то, что касается ответственности всех россиян, вы знаете, я абсолютно понимаю украинцев, которые говорят эти вещи, что там, все россияне несут ответственность за происходящее. Точно так же, как я очень хорошо понимаю стремление создать сплошную стену на границе с Россией. Что здесь комментировать? Все это прекрасно понятно. С другой стороны, я думаю, что вот ответственность всех, ну, кого всех, не знаю, детей, пенсионеров, там, отсталых людей, которые сидят там в клиниках, вообще ничего не понимают. Я думаю, что это некая ситуация, которая способствует тому, что от ответственности уйдут главные ответственные люди. То есть, ну, вот тот самый аппарат, который принимает решение, и, например, российские солдаты, которые говорят, что кошмарные бесчинства первых императоров, которые, конечно, потом скажут, что мы выполняли приказ. Конечно же, они, если не напомнят, они будут ссылаться на старшего лейтенанта, там, на подполковника будет ссылаться старший лейтенант, и так далее. Скажешь, что мы выполняли приказы, что нам приказали, то же самое, что говорили на кухне. Они скажут именно это. И я подозреваю, что как раз идея виновности всех, она очень благоприятствует вот этому, да, когда конфликты виновные оказываются как бы за бортом. Но если все виноваты, тогда о чем мы говорим, да, ну и виноваты все, всех к ответственности призвать невозможно. Да, то есть все могут вообще как-то, знаете, выражать себя через какие-то, ну, опосредующие структуры. То есть выйдет какой-нибудь политикан и скажет, да, мы русские, мы падаем на колени и каемся, да, мы все и, там, по телеку что-то, песню какую-нибудь, что-нибудь в этом духе. А реальные люди, которые да, или которые насиловали женщин, они успешно уходятся вот в этой всеобщей ответственности и реальной ответственности избегают. Хотя я повторюсь, что я отлично понимаю украинцев, которые говорят об ответственности всех россиян,
когда я лично сталкиваюсь с такими высказываниями, я стараюсь их не отпускать. Добре, то у мене ще є таке питання. Як взагалі можна зберегти здоровий глузд і здатність вільно мислити Україні, яка ну, демонструє такі, ну, таку поведінку, як, скажімо, Російська Федерація? Тобто я бачу, що люди, які мислять самостійно, там є. Як це є можливо? От чому там 80% повністю тотально в телевізорі, а там 10, 15, 20% то вони все ж таки здатні мислити, здатні виходити на Майдан? Ну, там, на протести, скажімо. За рахунок чого? Тобто, откуда 20% берется, да? Ну, типа того, да. За счет чего? Ну, вы знаете, я бы сначала, наверное, хотел про проценты сказать. Вот очень модно и вообще в постсоветском пространстве отсылать к каким-то Левада-центра или Поздней российской статистики, что 80% что-то поддерживает, 20% что-то поддерживает. Я не знаю, сколько процентов поддерживает, потому что 80% ничего не подтверждает. Например, Максим Кац и все остальные ребята на Ютубе, то, что при попытках позвонить человеку и спросить его мнение на телефон, там, на мобильный или еще куда, люди чаще всего в 90% случаев вешают трубку и не говорят ничего. Я думаю, что это так и есть. Я не то, что думаю, я знаю, что это так и есть. Поэтому, знаете, я не знаю, сколько процентов людей в России, например, поддерживают власть или не поддерживают. Для меня это тайна. Я думаю, что какие-то знаем только разрушения. Да, но это отдельная большая тема, да, но, конечно, надо ответить на вопрос, каким образом сохранять здравый смысл, находить вот в таких условиях. То есть откуда берутся люди, которые выходят на протесты или вполне закритически высказываются. Я правильно понял этот вопрос? Да. Вот, и вы знаете, это, конечно, огромная проблема, откуда берутся такие люди. То есть я цитирую Маркса, я думаю, фразу, которую все слышали так или иначе, что возможно жить в обществе и быть свободным от него. И очень логично, правда? Что может быть логичнее? Действительно, если ты живешь в каких-то условиях, ешь воздух, то это не может на себя не влиять. Если ты живешь в какой-то информационной среде, в какой-то социальной среде, то она не может на себя не влиять. Но тем не менее появляются люди, которые плывут против течения. Откуда они появляются? Это очень-очень большой вопрос. Знаете, вот если говорить о моей практике, я просто на свою практику психоаналитика ссылаюсь, потому что это главное в моей жизни, собственно, то, чем я всегда хотел заниматься, и то, чем я занимаюсь. Политикой я занимаюсь, поскольку возможно я не заниматься, да, как ровно получать. Так вот, ко мне часто обращались и продолжают обращаться люди, которые, вы знаете, они переживают насилие в семье. У них были очень токсичные насильственные родители. У них были очень насильственные родители. У них масса творческого опыта. Они развивались в очень ретроградной, выпрямой дегенеративной среде. Они сталкивались с колоссальными на протяжении всего полза. Тем не менее, эти люди становятся творческими, патриотически мыслящими, развитыми, чтобы это не значило, людьми. Знаете, интересными, очень, я бы сказал, очень-очень продвинутыми для своей среды, для своего общества, личностями, скажем так. Наверное, это просто книги отдельные. Вот
каким образом мы разбираемся так, знаете, тоже такую метафизическую лексику. У меня нет ответа на этот вопрос, что очевидно здесь, что как-то развивается, да, то есть какая-то диалектика в обществе, и даже в российском обществе есть некая диалектика. Даже российское общество, хотя оно находится в кошмарном состоянии, порождает свою противоположность. То есть даже российское общество, тем не менее, порождает чудовищную инфляцию, политическую, политическую и так далее. Хотим ли меня или покупать, наверное, так лучше сказать, людей, которые все-таки не укладываются в такой рамки. И, конечно, это, вы знаете, какую-то надежду оставлять. Вот сейчас, в 10-е и 20-е годы, люди моего поколения, я 83-го года рождения, мне 38 лет, люди моего поколения, люди старше, люди 40+, скажем так, очень часто говорили, протестно настроенные люди, очень часто говорили, что вот очень скоро придет поколение, которое выросло и ничего не видела помимо Путина, и это будет вот поколение дефолта, это будет провальное поколение, которое вот оно полностью погружено в реалии Мурда, в реалии тьмы, вот, чего хорошего этого поколения от зумеров, от людей разных, которые сейчас уже учатся в институте, ситуации, рожают детей там, и так далее, и так далее. То есть, которые сейчас выходят на просто жизненную авансцену. С ним ничего хорошего опять не приходится, но если говорить о российском обществе, то, собственно, реалии показывают обратное. Это поколение 80-х, 70-х, фактически сейчас рулит процессами в России. Вот, а как раз поколение выходит на протесты и поддерживает, например, войну и фашизацию общества в минимальной степени, хотя они действительно ничего, никого власти, кроме Путина, не видели и никого не помнят. И очень удивляются, когда старшие друзья и знакомые рассказывают, были какие-то реальные политические дискуссии в начале 90-х в России, настоящая политическая жизнь. То есть люди привыкли к монархии просто. Но тем не менее эти люди оказываются в минимальной степени ими затронуты. Я не знаю, наверное, здесь уместно говорить о бессознательном, опять же, в политическом ключе, какие-то факторы формирования коллективных и индивидуальных от нашего внимания. Наверное, структурировать их наличие, то есть какие-то моменты, которые формируют людей глубоко бессознательно, совершенно неочевидны для нас. Какие это факторы? Наверное, антропология только стоит ответить на этот вопрос. У нас є ще одне питання. Я думаю, що вже будемо якось завершувати, бо у нас якось виходить довше, ніж ми планували. Тому якщо є ще питання, то прошу пишіть у чаті або задавайте, ну або піднімайте руку, задавайте вслух. То таке питання, і моє доповнення буде одразу. Да? Питання. Як ви гадаєте, чому росіяни настроєні на українців дуже вороже? Так, як помічалось і раніше до всієї цієї ситуації в Україні. Ну, то таке питання перше. А друге, така історія, яка відбулася нещодавно. Нещодавно одна з знайомих, якої батьки в Росії, вона поїхала до них і чогось здивувалася, бо вони розумні люди і почали якось раптово вихваляти Путіна. Ну, такого за ними ніколи не було. З'ясувалося, що до них, ну, це до війни ще було, да? Провели кабельне телебачення. Вона... Його просто, ну, вона була зв'язківцем у минулому, вона десь якось дуже хитро так його, ну, десь перебила кабель так, що навіть не знайшли того ремонтники,
І пройшло 2 тижні, і батьки повернулися до норми. Але 2 тижні були страшними. Вони сварилися, вони були просто ненормальні 2 тижні. Да? Потім вони повернулися до норми. Скажімо, це така реальна історія була. І отут повертаємося до запитання. Як ви гадаєте, чому росіяни настроєні на українців вороже? І ну, як це помічалося раніше, досі ситуація в Україні? Связь ужасная, но дело не в том, да, и что по-украински задан вопрос, просто слышно очень плохо. Поэтому я не практически не понял, в чем ситуация описанная состояла. Вот, но если ответить, я, наверное, отвечу, чтобы просто не задерживать на вопрос в целом. Вы знаете, отношение к украинцам со стороны россиян – это часть имперской психологии, которая, опять же, уходит корнями, наверное, в прошлое довольно глубокое, корнями в столетия. И дело не только в отношении только к украинцам. Та шовинистическая психология, которая культивируется и которая, реванш, который состоялся в конце, во второй половине 80-х, с падением сталинизма в постсоветских странах и в России. Реванш имперской психологии подразумевает, знаете, сугубо враждебное отношение и к украинцам, кавказцам, и к людям из Средней Азии, и к евреям, и к людям из Балтийских стран, и к людям из Закавказья, и к людям из Западной Европы, и людям из Америки, и так далее, и так далее. То есть в картине мира условного имперца, да, ну, как на картинах Васи Ложкина, то есть есть великая прекрасная Россия, а вокруг которой живут грязные дикари или вот какие-то абсолютно злобные низкие существа. То есть это буквально так. Но на самом деле, если мы посмотрим на любую империалистическую страну, например, Британская империя, то, наверное, если мы возьмем ситуацию второй половины 19 века, то во многом ситуация, какая-то психосоциальная ситуация будет похожей. Ну, что великолепно описано в романах Джона Фауза, например. Но, тем не менее, эти страны, например, Великобритания, пережили определенную модернизацию на протяжении 20 века. И вот эта имперская психология, если она сохраняется, то она сохраняется, так сказать, на каком-то ограниченном уровне. То есть работает система сдержек и противовесов, которая не позволяет этому имперству выходить очень далеко за рамки просто, вы знаете, какой-то минимальной приемлемости. По крайней мере, со стороны это выглядит так, хотя постоянно приходят сообщения об убийствах на расовой почве, и, опять же, та же самая Великобритания во второй половине 20 века стала некой страной, которая показала образец неонацистской субкультуры и так далее. Но, тем не менее, в Западной Европе вот распространение этих явлений, оно сдерживается, оно во многом ограничивается, и существует эта массовая публичная критика этих явлений. В России все наоборот. В России все наоборот. То есть вот этих сдержек становится все меньше и меньше. И шовинистический дискурс становится общепринятым, становится фактически официальным. Да, если говорить об отношении к украинцам, то, конечно же, какое было отношение к украинцам прямо вот с 18 века, с эпохи, я думаю, можно Екатерину II, да, как некую фигуру, которая, знаете, с которой можно отчитывать старт вот Российской империи, какой она была, какой ее там свергли, собственно, в феврале 17 года. При Екатерине II Запорожская сечь была окончательно ликвидирована, и Пугачевщина была подавлена, и прочие очень ужасные вещи были произведены. Так вот, какое было отношение к
украинцам, да, что вообще такого народа не существует, это просто как бы деревенские русские, какие-то сельские русские, которые как, частично ополячены. То есть вот к ним пришли когда-то поляки, вот убили им в голову как, слова какие-то странные, смешные им придумали. Вот они их переняли. Вот, они на самом деле просто тупые, живут все в деревне и не понимают того, что вот надо им просто принять русский язык, русскую культуру, и все у них будет хорошо. То есть это же буквально нарратив, который проходит через тексты всех славянофилов XIX века, через дискурс смены век, я имею в виду белоэмигрантскую имперскую среду XX века, и который сейчас фактически является общепринятым в России. И который, собственно, знаете, война стала возможной во многом благодаря тому, что эти настроения перестали считываться как маргинальные. То есть они, конечно же, эти настроения сохранялись в советское время и когда угодно, естественно. Но в советское время существовало какое-то публичное осуждение вот этих взглядов. То есть, конечно, при Сталине так или иначе они пережили реставрацию. Да, то есть, ну, при раннем большевизме, вы знаете, была политика коммунизации, то есть некая была попытка осуществить право нации на какое-то собственное отдельное бытие. Вот, а потом все-таки имперство опять восторжествовало, но все-таки был какой-то критический такой пиетет. Сейчас его нет, сейчас его не стало. И вот такое отношение к украинцам, как таким вот недоразвитым деревенским русским, которые вот несут себе груз из вот этого отношения из каких-то маргиналитета, оно стало примом просто. И во многом это я бы повело войну. То есть я думаю, что Кремль начал войну, когда по прошествии 8 лет, после Евромайдана, после оккупации, она начала Крыма и так далее, собственно, притянула Кремль почти. Что на самом деле какого-то публичного осуждения какого-то массы, что уже вот, собственно, о том, что вот Украина недостойна какого-то отдельного национального существования, стала какой-то общепринятой. Все, уже какие-то последние рудименты, какие-то останки советского национализма канули в прошлое, вот, и можно просто вот эти стихи этого шовинизма полностью перевернуть. Вот, я думаю, это так и к большому сожалению. Вы знаете, наверное, антисемитизм в среди немцев в первой половине 30-х годов 20 века, то есть я имею в виду приход к власти Украины, национал-социализм германского, там же не только эти интервью, собственно, национал-социалистическая расовая теория, так называемая, она рассматривала иерархия была народа, этнос, то есть она рассматривала весь мир, оптику ракового доминирования. Я думаю, что сугубо раковое доминирование невозможно в нынешней России, потому что Россия Российскую империю, там очень разные народы вместе живут, но тем не менее идеология этнонационализма, то, что вот русские и именно русская культура является привилегированной какой-то руководящей, будет воспринято в качестве дозы. Так что я бы, наверное, знаете, как-то смысл подрел. Если резюмировать, то вот эта проблема про отношения к другим народам, не только к украинцам, а вообще просто всем, наверное, да, она как бы вшита в саму имперского общества. Она имперской идеологии без вот этой ненависти выступает. А сейчас просто эта ненависть окончательно выведена из тени, тщательно принята за
руководящую направляющую. Окей, то нам доведеться перемогти всю Росію як ідеологічно, так? Інакше ми не переможемо. Добре, чи є ще запитання? Чи є ще запитання учасників? Я в чаті запитань більше не бачу. Тоді я думаю, що ми будемо завершувати зустріч. Чи хочете, Раїса Борисівна, хочете щось сказати? Хвилиночку. Дуже цікаво, Володимир, ви розказували про свої погляди. Я думаю, що багатьом би нашим українським людям варто було б підвищити рівень свого патріотизму. От наразі так. Тому що ми патріотично налаштовані, але я думаю, що ще б відсоток патріотизму нам би збільшити. І ну, дуже багато українців вірять в нашу перемогу. І ми віримо в те, що ми переможемо. Але щоб нас ще було більше, було б краще. Моя така думка. Добре, дякую. Але потрібно... І вам теж дякую. Перепрошую, і вам теж дякую за вашу таку позицію. Дуже важливо не мовчати. От коли є сила говорити і доносити це до мас, до великої кількості людей, це дуже добре. Дякую вам за вашу позицію. Насправді, то я долучаюся. Коли вперше пішли повідомлення про те, що все ж таки в Росії є протести, коли вперше були побачили фотографії з мітингів, то було набагато легше, насправді було легше. Бо перше було враження, що то ну, взагалі все, пре на тебе Мордор повною силою, і коли з'ясувалося, що там залишилися люди, то була надія насправді. Ну, то було світло і то була надія. Да, вы знаете, мне очень неудобно, как российскому гражданину принимать благодарности от жителей Украины, потому что, ну, о чем можете себе представить, такие ужасы. Я хочу заверить вас в том, что в России остается большое количество людей, которые не молчат, которые действуют и сейчас, когда вот это сопротивление первое подавлено. И эти люди по 8 лет теперь, да, вот у так называемых ватников принято говорить, на протяжении 8 лет люди выходили, и мы с моими друзьями в 2014 году выходили против оккупации Донбасса. И в 2015 году мы выходили, мы поддерживали Майдан в Украине. И таких людей очень много в России, очень-очень много. Я думаю, здесь можно, знаете, несколько европейских государств, из них можно населить людьми, но их мало, катастрофически мало для России. Их очень мало для того, чтобы изменить ситуацию. К огромному сожалению, вот эти какие-то энциклопические меры России против нас, против людей. Я не знаю, да, сейчас, знаете, я в прошлом был очень активным политическим активистом, простите за тавтологию, но я уже сейчас, последние годы своей жизни я себя не отношу к какому-то политическому комьюнити, хотя я повторюсь, что я придерживаюсь радикально левых взглядов и, наверное, всегда буду придерживаться, но тем не менее, вот сейчас уже, конечно, когда война началась, то не выходить, не говорить будет невозможно. И я надеюсь, что все-таки таких людей будет больше, больше и больше. Могу повторить, что в целом у меня довольно депрессивно происходит еще. Ничего, мы все одно переможем. И в России тоже изменится. Добре, Алла Петрівна, хочете что-то сказать? Так, я хотіла б сказати на завершення, що слава Україні і слава її Збройним силам. І будемо триматися. Будемо боротися, а не триматися. Ви що? Ой, звісно. Ми маємо боротися перемогти. Добре. Дякуємо за зустріч.